Сегодня, 5 августа, карательные силы Киева начали обстрел Горловки, Язер, СЗО, Смерч и Град. Удару подвергся частный сектор, горят жилые дома. Продолжаются ожесточенные бои на северо-восточной окраине Шахтерска. На этом направлении за последние сутки Народной армии было уничтожено 3 единицы бронетехники, минометный расчет и корректировочная группа карателей. В районе поселка Металлист силами Народной армии был нанесен артудар по расположению карателей. Уничтожены 1 танк, 1 БТР и 25 бойцов карательных сил. Населенный пункт Дмитровка подвергся атаке большой группы танков при поддержке мотопехоты карателей Киева. Группировка карателей была накрыта артиллерией, значительная часть техники карателей выведена из строя. Продолжаются также боевые действия в районе Горловки и Углегорска. Каратели сосредотачивают крупные силы на южных окраинах Донецка.